непривычно. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Боже мой, зима пришла в Мерсин. Посмотрите, я даже одеваю перчатки. Такая холодина. Идем, вышли со Шкивом прогуляться. Так, день быстро прошел, незаметно, мои дорогие. Подписчики, я шапку одела. У меня аж 3 целых шапки. Когда мы жили возле Стамбула, там же холодно было. Вот я купила тогда, а здесь даже не приходилось одевать. А в том году, когда ходила на спорт, сумбу, пришлось одевать эти шапочки. И такие теплые свои валенки. Мы сейчас идем с Ашкимом. Ашким тоже не узнать. Ашким. Ну, сейчас. Привет. И хорошие, да? И вот мы идем кормить уточек. Хлебушек старенький собрался. Мы идем кормить уточек. И заодно я попрыгаю, побегаю. Так хочется прыгать, бегать. Ашким кормит уточек. Атламьор. Я ваш, Ашким? Ашким, я ваш, не пугай меня. Олду. О, кеди, сен гюрдун му? Кеди бусияв? Кошка. Ой, я думала, это кошка, это оказывается утка. Черная утка. Сколько их много, посмотрите. Борода. Ашким. Сенин тарафа гельдилер. Сегодня, правда, так морозно. Наконец-то дождались мы холодов в Мерсине. Ну, я не думаю, чтобы надолго. Февраль еще 2 месяца и все. И наступит в марте у нас весна. Ашким, я ваш? Чуть-чуть он подвигается. Застыл. Застой у него, застой. Сейчас его заставлю попрыгать. Заставила его побегать, попрыгать. Смотрите, сколько уточек. А там тоже очень много их. Видите, все размножается. Ашким, улари и юрлар? Ким? Ашким, патрон варонун? Ким патрон? Я говорю, кто хозяин? Говорит, все хозяева. Так ласково. Бебек. Все, там мамашка. Все, пошли гулять, пошли. Мы возвратимся, не будем идти к морю. Почему? Потому что там будут сейчас собаки. Обозленные, голодные, холодные. И Ашким боится же собак, сами знаете. Хочет на ночь передышать. Так, ну вот. Тут магазин, кстати, собачек. Все для животных. Кошка такая классная, вот такую бы я купила.
не знаю. Ой. Сейчас чувствуется Новый год. Почему-то у меня чувствуется сейчас Новый год. Пошли мы дальше. Сейчас хотим купить орешков, хлебушек и вернемся домой. Опять проходим возле цветов. И Бенимашка мне цветочки дарит. Вот видишь, надо как делать. Один раз похвалить, сказать, что это такой красивый жест. Так нам не нужно это, когда пахнет приятно на кухне. У меня стоит эти цветочки. Ты же говорю, деревашкам. Вот мы взяли этот эклер и сейчас покушаем по дорожке. Всем доброго вечера. Начинаем готовить ужин. Я, значит, рецепт сейчас ужина делаю впервые. Посоветовала его мне приготовить одна моя подписчица на Ютубе. Сейчас не помню фамилию и как и что. Что сюда входит, какие ингредиенты? Брокколи, естественно, курочка и картошка. Сейчас оденем перчатки и приступим за работу вместе с вами. Ну, для этого, естественно, сначала минуточку. Посмотрите, что у меня получилось. Хотела сначала записать, а потом думаю, это же не кулинарное видео, и покажу вам результат. Вот посмотрите, вниз первый слой я положила картофель, помешала со специями, и вот на одну сторону выложила на картофель брокколи. Почему я так сделала, все не смешала. Ашкем сказал, не надо ничего экспериментировать, обычно пожарь. Но я хочу для себя приготовить это. Теперь что я сделаю? Сейчас смотрите, что я буду делать дальше. Дальше следующее. Сейчас я разбила два яйца. Такой способ взбивания очень выгодный, чтобы не портить. Ничего себе! Сначала яйца так собью. Буду готовить соус из яиц и йогурта. И полью их на брокколи. Такими движениями. Так, дальше. Сейчас добавим сюда йогурт наш. А это такое красивое вышло блюдо. Духовочка у меня уже включена. Йогурт мы купили очень такой вкусный. Я уже посолила, поперчила, так что только яйца и все. Больше ничего не надо делать. Можно, конечно, и потом курицу смазать, будет красиво это все, да? Как вы видите. Так, на этом пока. Все делаю на глаз. Рецепт прочитала у подписчицы, но думала, что скрин сделала. Оказывается, ничего не сделала. Сама что. Накупили таких вкусностей, покажу вам тоже мой моих блог. Так, ну, мне кажется, соус можно добавить еще чуть-чуть соль и добавим черный перчик. Так, еще раз закроем и все помешаем. И теперь самый главный момент. Я еще чеснок добавила сюда. Начинаем заливать наши брокколи. Сегодня такой. И можно на курочку. То есть Ашкем не захочет, пожалуйста, пускай не кушает. Ну, а я хочу и буду кушать. Два яйца
Ну, на 5 или 6 столовок йогурта. Сначала мы это накроем все фольгой. Ну, а потом уже и откроем фольгу. Кстати, всегда путаюсь, как фольгу надо и какой стороной использовать. И в итоге дошло до меня, раз так рулон, правильно? Значит, нужно по направлению и сделаем это с этой стороны. Жалеть в таком деле нельзя, не так ли? Так, все, лучше сниму эти перчатки. И отправлю в духовку разогретую до 180 градусов. Наверное, на час. Ужин у нас сегодня будет поздний. Так. Покажу, что мы купили сейчас в этом очень красивом магазине. В Турции самое дорогое — это орехи. Мы зашли в такой магазин и купили себе орешков. Вот эти горячие взяли, прямо они жарят их на ходу. И действительно, фисташки. Два пакетика так и взяли, один мы чуть-чуть погрызли. Это 10,80, и это 10,17. Такие мармелад в Турции. Это мармелад турецкий. Тоже ничего. Ну, а это тут и баден. Боже, опять забыла, как по-русски. Антеп вот эти. И вот эти тоже очень вкусные. И орехи. В общем, это стоит 100... Посмотрим с вами. Они написали в общем. Ну, 139. Это, кажется, 110 лир килограмм стоит. Ну, а эти фисташки самые, наверное, дешевые. В общем, вечерами надо грызть хочется. Вот будем грызть. А вот мои цветочки. Не так пахнут. Как раз видео сегодня загрузила. Дарят ли вам цветы? Надо мужчинам напоминать, что вы любите цветы. Даже вот такие вот дешевые. Они стоят 5 лир. Ну, какая разница? Самое главное внимание, когда мимо проходишь возле цветов, и твой муж дарит тебе, покупает, даже не спросив. Пару раз пришлось напомнить, ну а сейчас все действует по плану. Так, ну посмотрим, что там у нас пока печется, а мы будем ждать. Я сделаю салат из красного бурака себе. Вот такая красота у нас получилась. Ашким уже не дождется. Вот я сняла фольгу, и сейчас будем и кушать. Так, вот такой у нас сегодня красивый ужин. Мой салат бурак. Давай, Ашким, садись. Ату, отур. Афетус.